Всех приветствую всем на канале, с вами опять Роман Головин. Хотел бы сегодня затронуть такую интересную тему, как правильно использовать землю после сноса чужих строений или покупки земель, как выбрать. Вот, потому что часто бывает так, что земля кому-то ранее принадлежала, и там производились, допустим, забой животных, там какие-то фермы были и так далее. Чужие люди жили, другие, вернее, люди жили. И многие люди хотят купить какую-то землю, которая ранее никому не принадлежала, там, где леса, парки были, скажем, сельхозземли и так далее. Когда живет какой-то человек на какой-то земле, либо строит какой-то бизнес, всегда нужно узнавать у сущности, насколько этому человеку эта земля подходит по энергетике. И эта земля, она ему подходит или не подходит. То есть спонтанно просто поехать и сказать: ребята, я хочу вот эту землю, как бы, да, в принципе, можно, но все равно лучше ее проверить, что там раньше было, какие-то радиоактивные захоронения, сущности могут увидеть, может быть, там кладбище какое-то было или захоронение какое-то. Вот. Если даже она не подходит по энергии, можно это прописать в программу, но если совсем не подходит, то, конечно, лучше вообще от нее отказаться и стараться искать другие земли для бизнеса, там, для своих детей, для себя. То есть это очень важный параметр, компонент. Многие об этом никогда не задумывались. И на самом деле будет не очень комфортно житься на этой земле. То есть нужно это реально понимать. Выбор места проживания, страны проживания – это очень-очень важно. Потому что если неправильный выбор, вы не сможете ни духовно развиваться, ни спать нормально. Будете терять большое количество энергии, а вам это не нужно. И тем более, если вы сами строитесь и надолго строитесь, и хотите в этом регионе именно купить на этом месте, конечно же, когда имеется знание, проще ориентироваться, знаете, к кому обратиться и как это все проверить. Если же просто выбирать какой-то бизнес где-то, да, то есть бывает так, что даже если вы выбираете правильное место для бизнеса, все равно есть какие-то нюансы. То есть нужно посмотреть не только, чтобы земля подходила, но и удобное место, да, чтобы прохождение людей было, людное место, чтобы люди имели возможность легко там, с колясками прийти, запарковаться около вашего магазина, офиса. То есть все вот эти параметры, они играют большое значение. Место расположения, да, и плюс еще, чтобы оно подходило. Если, допустим, раньше жил какой-то человек, и у него программа закончилась, или он умер, то в сущности это место выписывают у этого человека и могут вписать другому человеку в программу, то есть подготовить и программу человека именно для этого места. И в крайнем случае, если земля не очень подходит, всегда ее можно в программу прописать, потому что даже когда мы искали себе землю, как бы, да, ездили, смотрели, и те участки, которые нам подходили, они совершенно в других местах были, и нам там не хотелось жить в этих местах, потому что нам было, ну, по своим параметрам некомфортно, а там, где мы выбрали, у нас условно земля подходила не на 100%, ну, просто эту землю в программу прописали, и она стала больше подходить. Поэтому такие нюансы, как бы, они важны для нас. Это означает то, что сущности не всегда, как бы, могут на 100% вам предоставить то, что вам нужно. Потому что если вы купите там в каком-то месте и вроде бы по программе, и все, и вас что-то не устраивает, естественно, вы хуже будете развиваться, меньше будете денег зарабатывать, там вам неудобно куда-то ездить будет, друзья далеко, инфраструктура далеко будет. Поэтому все вот эти параметры каждый человек должен учитывать для себя, удобно ему, неудобно находиться в этом месте, как он ощущает себя. Вот, конечно, с возрастом меняются цели и задачи. Иногда люди хотят где-то там в глуши в какой-то там находиться, где нет интернета, нет магазинов и так далее. То есть не всегда адекватно понимают, что в будущем им предстоит через что преодолеть. Как бы, да? На самом деле, конечно, хотелось бы в каком-то месте иметь, чтобы идеально было и для бизнеса, и легко добраться до работы было, и легко до дома доехать. Но не всегда это получается, потому что людей сейчас на планете очень много. Вот, а в тех местах, где вам нравится, зачастую бывает очень-очень дорого. Поэтому приходится искать альтернативные места, где купить, где бизнес открыть. Вот. И, естественно, уже там, в этих местах, не настолько все подходит, и не такое количество денег можно заработать, если офис не очень в правильном месте находится. Такие моменты, они очень-очень важны для понимания. Итак,
То есть всегда нужно понимать, для чего вам нужна эта земля. То есть что вы там будете делать. Для дачи, например. Для дачи чуть-чуть, может быть, там не так строго можно искать землю, там, потому что вы там не столько много времени проводите. Если там постоянно будет семья жить, да, то, естественно, нужно смотреть, чтобы всем членам семьи максимально оно подходило. Ну, понятно, кому-то больше, кому-то меньше. Зачастую люди к нам обращаются, бывает так, что люди не могут выяснить, кому квартира принадлежит, потому что один хочет себе забрать, другая сестра себе, третья себе, как бы не могут этот спор решить. И вот человек, который смотрит наш канал, просто очень просто это все делает, спрашивает у сущности, и сущности говорят, кому эта квартира больше подходит по энергии. И тогда уже можно либо бороться за эту квартиру, либо оставить ее как бы в покое, либо попросить помощь сущности, чтобы именно эта квартира досталась тому, кому она по праву, по энергии, по программе подходит. Конечно, обычно люди это не понимают, и объяснить это им невозможно. Но тот человек, который обращается, он все это знает. И зачастую такое было, что люди обращались и не в пользу себя, как бы, то есть подходит той сестре, которая вообще не верит в это, не понимает. Вот, а этому человеку не подходит, и приходится человеку отдавать. Иногда бывает так, что люди ищут, выбирают, и мы когда смотрим, там темные могут находиться, или скопление мертвых душ, и зачастую как бы, да, приходится избегать таких домов, и многие люди вообще пытаются продать, а продать сущности не разрешают, потому что там такое количество темных, что это уже нереально, и это просто запрещено делать, чтобы у других не было проблем. Но обычные люди, они, конечно, в это не верят, и как-то верят через пальцы, все на все смотрят. И начинают думать, вот там Роман не смог мне помочь, там какие-то плохие специалисты с Настей, там пойду к кому-то еще, там, ну и так далее. Вот, поэтому все эти вещи мы с вами на канале разбираем, все это мы рассказываем подробно, чтобы вы могли ориентироваться, понимать, что в жизни главное, что не главное, что второстепенно, что в первую очередь надо сделать и так далее. Любой человек рано или поздно он доходит до выбора, где ему жить, вот, из чего строить, что строить, для каких целей и так далее. Этот момент очень важен. Поэтому даже если что-то раньше где-то что-то стояло, все равно под вас это перепишут. Ничего страшного нет. Если кто-то что-то хочет проверить, пожалуйста, мы всегда доступны, обращайтесь. И, естественно, все это посмотрим при наличии фотографии и адреса, где эта земля находится. Ну, пишите свои комментарии под видео. Вот. Кто живет на какой земле, что ощущает, у кого что получается, не получается. Может быть, мы тоже у кого-то что-то смотрели, вот кому-то что-то прописали и так далее. То есть другим людям всегда интересно на ваших примерах, не только на наших личных. Вот кто читает лекцию, да, и рассказывает, а именно те люди, которые отношения к нам вообще никакого не имеют. Вот, и тоже обладает такими знаниями, кто попробовал в разных местах пожить, как изменилась его жизнь в ту или в другую сторону. Я думаю, что вам тоже будет это интересно. Не стесняйтесь, пишите комментарии. Вот. Всего самого доброго. Увидимся в новых выпусках. До свидания.